Приветствую вас на моем канале, меня зовут Лилия Донскова, и сегодня я вам покажу свой второй заказ из каталога номер 9 компании Oriflame. Заказ на меня свалился буквально с одного места. Я отдала каталог в кафе шашлычную, и там оказались две очаровательные девушки, которые сделали огромный заказ. И я вам сейчас покажу, что они заказали. Заказ получился на 100 баллов. Сейчас покажу все. И даже кое-что заказала для себя. Дело в том, что меня все провоцировали. И вы в том числе. Потому что все писали, какие классные новые помады серии On Color. И одна из клиенток заказала тональную основу On Color. А вы помните, что в этом каталоге идет акция. При покупке двух продуктов из серии On Color приходит большая скидка. И я подумала, ну это знак, нужно заказывать помаду. И я заказала, та-дам, себе вот такую помаду. Кстати, у нее прикольная упаковка. Такая мне нравится больше, чем была черно-белая. Как-то красная, более игривая, веселенько смотрится. И я выбрала себе оттенок. Не помню, как называется, но я вам скажу его код. 38776. Почему я на него бросила свой выбор, такой вот оттенок? Дело в том, что мне он напомнил помаду «Восхитительная роза», тоже из серии Oriflame The One, 3 в 1. А у меня она как раз закончилась. И я думаю, ну попробую новый оттенок. Как раз у меня сейчас не накрашенные губы. Слегка подвела контуром. Пробую новую помаду прямо в прямом эфире и сразу... Ой, нос намазала. Пахнет вкусно. Прям приятный аромат такой. Так, пробуем. Сразу скажу, 3 в 1 наносится легче. Более увлажняющая помада. У этой помады сразу вижу, какое плотное покрытие. То есть я прям нанесла вот раз, два, и она сразу плотно легла. Цвет классный. Прикольно. Она чуть-чуть потемнее, чем восхитительная роза. Но вот именно такой цвет мне как раз и нужен был, потому что у меня все бежевые оттенки, то есть все теплые оттенки, либо очень яркие, либо очень светлые. А здесь мне как раз вот нужен был такой спокойный, приглушенный оттенок. И я угадала буквально по картинке, хотя я проводила тест-драйв всех оттенков, но только на руке. И на бумаге. Согласитесь, что все равно на губах все помады смотрятся немножечко иначе, чем на коже рук. Потому что тут включается все. Цвет волос, цвет кожи. А сам оттенок губ, он намного темнее, чем цвет кожи. Поэтому не всегда можно угадать. Желательно брать пробники. Но я угадала. По ощущениям, вот смотрите, помада не слишком мягкая. И она не липкая. То есть ее вот так вот повозянкать, вот как мы обычно губами там делаем, не так-то просто, то есть она сразу ложится плотным хорошим слоем и хорошо так выглядит. Попробуем, как она будет в носке. Итак, 2 продукта, 1 клиентке, 1 это мне, та-дам! Не хотела брать, но вот судьба. Далее, мне заказали аромат Lucia Bright Aura. Кстати, очень интересный аромат. Я рекомендую прям взять пробники, на него хорошая скидка в этом каталоге, у него он очень стойкий, то есть вся серия Lucia стойкий аромат, у меня тоже есть, был первый аромат, самый такой известный, был второй, а это уже 3-й аромат от Lucia, но я его себе не брала, но аромат крутой. Так, заказали средство, специальный крем с папайей для очищения кожи. У меня дочка таким пользуется, ей он очень нравится. И мне нравится этот аромат. Так, сразу 3 геля. Все под заказ. Смотрите, на геле сейчас большая скидка. Такие красавцы. Очень концентрированные, вкусные гели. И у меня, кстати, есть отзыв по этой серии недавно. Попробовала моя... мой партнер по команде, написал такой потрясающий отзыв, что
Вот на лето просто бомба, что насколько гладкая, прям скрипящая кожа, чистая, потому что очень жарко. И настолько комфортно с этим гелем. То есть я написала, ура, ура, я наконец-то нашла свой гель, от которого просто кайфую. Так, вот заказ, крем для рук. Крем я уже сама использую, обалденный крем, потрясающий. Я думаю, что если буду еще заказ делать, еще себе в запас возьму, потому что крем просто невероятный, невероятное чудо. Сразу 4 дезодоранта, тоже на них сейчас идет акция. И это одна клиентка заказала все 4 аромата, представляете? Я не знаю, для себя она это сделала или в подарки будет дарить, но... Правда, классный дезодорант. Я сейчас пользуюсь Люсия, у меня вот такой точно аромат. И я им тоже довольна. Хорошо все сдержит, не пачкает одежду, все комфортно, все круто. Единственное, вот что, может быть, мне такой попался шарик. Сразу много выходит средства, и я сначала наношу и немножко промакиваю салфеткой. Потому что если просто ждать, когда все это высохнет, очень долго. Либо стараюсь прям чуть-чуть легонько так раз, и все. А если сделать несколько движений, как мы вот обычно привыкли с дезодорантом, то на самом деле очень много. Поэтому, ну не знаю, может быть он такой действительно активный. Так, что здесь еще у нас прикольного? Заказали мне очки наобум. Я вам, кстати, сейчас расскажу такую фишку, потому что каждый раз что-то вспоминаю, какие-то лайфхаки, которые могут вам пригодиться. Вот смотрите, например, клиентка смотрит в каталог, ей нравится аксессуар, но у вас нет возможности дать померить, потрогать, пощупать. Что можно сделать? Можно заказать продукт. Аккуратно, не травмируя упаковку, открыть, посмотреть внимательно, то есть мы вот так открываем все, смотрим, то есть все по качеству, да, что это, во-первых, все в порядке, потому что может быть, да, может быть, очень редко, но бывают случаи, что приходит брак. То есть мы все проверяем, примеряем, и если человеку вдруг не подходит, не понравилось, то есть ожидания не совпали с реальностью, то вы просто аккуратненько все складываете обратно, берете накладную, пишите претензию на сайте, то есть отказ клиента, и относите в офис, где вы получали товар. Если у вас курьерская доставка, то относите в офис, то есть в каждом городе есть офис, который можно принести именно по курьерской доставке, сделать возврат. Все, возвращаете, пишите отказ клиента и указываете, либо вам вернуть деньги, либо заменить на какой-то товар. Вот это тоже очень важно учитывать. Все, я аккуратно запаковываю, отнесу клиентке, пусть посмотрит, пощупает. Если вдруг не подойдет, я просто отправлю очки обратно. Так, что здесь еще? Вы знаете, как говорится, чем сами пользуемся, то и заказывают наши клиенты. И когда я пришла за каталогом, мне уже предоставили список, заказ, и говорят, ну вроде бы все, не знаем, что еще здесь хорошего, что еще заказать. И я говорю, девчонки, мне очень нравится Giordani база под макияж и тушь Giordani, вот именно та, которая сейчас идет в каталоге. В результате девчонки обе заказали базу под макияж и тушь. И сегодня они уже будут пробовать и ходить с новыми классными ресничками. Мне просто самой понравилась база. Она действительно делает ресницы более такими объемными, сразу укладывает их. И тушь ложится лучше. То есть ресницы сразу видно, я иногда даже вот забываю, что насколько она классная эта база, и крашу один глаз с базой, другой без базы. И сразу понимаю, с базой это лучше. А также я порекомендовала BB бальзам для губ. Мне он самой очень нравится. Во-первых, чудесный аромат, такой клубничный, свежий. Во-вторых, у него очень много функций, то есть он прекрасно увлажняет губы, они становятся такие классные, мягкие. Да, у меня никогда не бывает шелушения на губах, трещин, то есть они всегда мягкие, такие роскошные губки. И еще мне нравится то, что здесь содержится SPF-фильтр, то есть я когда хожу просто гулять и не хочу красить губы, все равно мажу этой помадой. Или на пляж тоже я наношу эту помаду, она очень крутая и в этом каталоге на нее большая скидка. Также я порекомендовала средства для ногтей, то есть все, что люблю, то и рекомендую. Мне действительно нравится именно это средство, для меня эффективное. Просто есть
разные люди, которые говорят, что им подходит больше средства там, против расслаивания, а мне нравится больше именно вот это, оно с таким вот сиреневым цветом легким, его код 32038, я от него балдею. И с ним ногти просто смотрятся вот, просто прозрачные, никакого оттенка абсолютно нет, просто прозрачные, кожаные ноготочки. Вот тоже заказали. Так, и тоже эти же девочки заказали у меня мыльца. Сейчас покажу. Очень, кстати, активно берут вот эти... Ой-ой-ой, мыло живое. Вот эти мыла в простой такой упаковке, цветочный аромат. Ничего в них особенного нет, но по качеству мыло классное. И заказали такие два подарочных. Кстати, мне очень нравится вот эта коробочка. Действительно, прикольный подарок. Она так аккуратно сделана, так красиво. Даже выкидывать коробку было жалко. Я себе брала такое мыло. Тоже мыло. Все, по качеству у нас хорошее. И вот такой вот кубик. Кстати, внутри такой, как подарочек с бантиком, мыльца красного цвета. И оно, как ручной работы, такое полупрозрачное. Очень красивенькое. Так, и еще заказали тоже клиенты, уже другие, кстати, дневной крем из серии Optimals для кожи, склонной к сухости. Кстати, это повторный заказ клиентки. Я всегда говорю, если повторяют, значит, продукция понравилась. И еще одна клиентка тоже заказала две туши. 5 в 1 в черной упаковке. Это был праздничный выпуск. Кстати, многие говорят, что отличается тушь в этой упаковке, в черной, от привычной синей. Я, например, разницы не вижу. У меня, ну, я только вижу разницу в цвете упаковки. Остальное все для меня идентичное. Я не знаю, чем они могут отличаться. Мне кажется, это одна и та же тушь. Итак, получается, что весь заказ под заказ. Здесь мое, только единственная одна помада. Все. Здесь пакетик и все. То есть, представляете, как я удачно сходила по клиентам, уже сдала каталоги. И я вам тоже рекомендую не бояться этого делать, потому что на самом деле многие люди сидят в офисе или в магазине, да, занимаются своей работой с раннего утра до позднего вечера. И у них вообще нет времени просто пойти пошопиться, погулять, повыбирать что-то. И для них это реально крутой выход, посидеть быстренько, полистать каталог. А если рядом еще хороший консультант, который подскажет, что вот это хорошее, вот это я пробовала, мне это нравится, а это не очень. То есть если вы искренне рассказываете о продукции и передаете свое впечатление, складывая свою энергетику, то поверьте мне, у вас будут заказы расти в геометрической прогрессии. И, кстати, бывает такое, что люди первый раз, когда мы даем каталог, они говорят «нет», и каталог не берут. Знаете, что я им говорю? Я говорю, ну, не хотите, ничего страшного, я вам потом новый принесу, может быть, как раз вам что-то понадобится. И смело ухожу, не настаиваю. Ничего страшного, что человек не берет, ему, может быть, время нужно привыкнуть ко мне, присмотреться, а может быть, я попала в тот момент, когда там начальник рядом, или нехорошее настроение, или что-то случилось. Я всегда возвращаюсь, приношу новый каталог, с улыбочкой, смело, спокойно захожу, говорю, здравствуйте, вот вам новый каталог, я обещала, а я свои обещания всегда сдерживаю, оставляю и ухожу. Ребят, вот как правило, те люди, которые сначала отказываются, они потом становятся самыми классными клиентами. То есть проверку, если мы прошли, то все, получаем клиента. И еще раз вам напоминаю, что самое важное в нашем деле – помнить, что мы не продавцы, мы не продаем товар, мы консультанты по красоте шведской компании. Поэтому все должно быть, как говорится, на 5 плюсом. Это как мы выглядим, мы продукт своего продукта, то есть у вас в сумочке, в косметичке должны лежать ваши продукты, чтобы быстренько достать и показать, что я этим пользуюсь, вот помада, которой я сегодня красила губы. И так далее. То есть самая главная ваша задача не продать, а завязать диалог, завязать дружбу и отношения с человеком, чтобы вас захотели еще раз видеть. Тогда у вас соберется клиентская база. И никогда не бойтесь отказов. Отказы – это нормально. Это правильно. Потому что если вы постоите в каком-нибудь магазине, просто понаблюдаете за людьми, которые заходят, и все ли они выходят с покупками – скорее всего, нет. Многие люди заходят просто поглазеть, может быть, сравнить цены,
может быть, просто прячутся от дождя или от жаркого солнца, кого-то ждут. Поэтому не пугайтесь, что вам отказывают. Это не трагедия. Это нормально. Радуйтесь, когда говорят «да». И собирайте вот эти вот «да, да, ура, мне говорят да». Все, много уже вам всего наговорила. Спасибо вам за внимание. Оставайтесь на моем канале. Если видео полезное, ставьте лайк, подписывайтесь. Если есть вопросы, задавайте в комментариях. И до новых встреч. С вами была Лилия Донскова. Пока-пока. GoPro. Стоп-видео. GoPro. Стоп-видео.